О судьбе детей, их правах и защите говорили сегодня в столичном дворце культуры. Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Это лишь один из принципов, прописанных в Декларации прав ребенка. Сегодня, когда время диктует свои правила, обществу необходимо обратиться к нравственным цензорам. Об этом в своем выступлении говорила сегодня Ирина Медведева, известный публицист, психолог, вице-президент Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье, встретилась с приднестровцами. Тема беседы – дети. В ребенке заложено от рождения, закодировано в его генетической памяти чувство иерархичности. Когда родители начинают играть в эту недирективную педагогику и перестают ребенка воспитывать, то есть указывать ему, что хорошо, что плохо, где черное, где белое, где добро, где зло, где пол, где потолок, ребенок ощущает, это все бессознательно происходит, тревогу. Беседа с Ириной Медведевой длилась больше часа. За это время психолог подняла множество важных тем, среди которых воспитание детей и нравственное разложение общества. Говорить о проблемах во всеуслышание сегодня не просто нужно, а необходимо, считает публицист. Поэтому этой встрече диалог с приднестровцами для Ирины Медведевой не заканчивается. По словам организаторов, в сентябре она вновь посетит республику.